подход, системный подход в лечении зависит именно от того, как мы планируем лечение пациентов и тактику, и стратегию. Поэтому нами разработаны критерии, которые нам нужны для того, чтобы оценить структуру, с которой мы будем работать, пациента, с которым мы будем работать, и конкретную клиническую ситуацию. Это фенотипическое таблица фенотипических признаков, которые влияют на результат планирования, выбора метода. Можно очень просто рассмотреть. Например, конституция. Все мы знаем, это классическая классификация конституции: гиперстения, нервостения, стения, атрофия. Она влияет на потенциал регенераторный у организма в целом и на мягких тканях и костной структуры, в частности, в области зубочелюстной системы. Тип кости, естественно, влияет на выбор плана зубосохраняющих операций, да, потому что, соответственно, типу кости, проницаемость тех же сосудов и, например, при первом типе кости, когда зона соприкосновения с остеопластическим и пародонтопластическим материалом будет остеосклерозирована, для того, чтобы получить доступ к сосудистому руслу, нужно провести одну манипуляцию. Для того, чтобы работать в четвертом типе кости, мы будем планировать другое вмешательство. Объем костной ткани, первичная дегенерация, вторичные атрофические процессы, также какие-то атрофические процессы, которые просто исключают хирургическое вмешательство, они влияют, естественно, и на прогноз, и на качество тех желаемых тканей и ситуации клинической, которые мы хотим получить и обещаем это пациенту. Объем десны, то есть его биотип, влияет и на выбор протокола операции, и на выбор пластического материала в области аугментации десны. Точки прикрепления мышц, форма зубного ряда, форма зубов, межвалиолярное расстояние, индексы, они все влияют на результат, выбор метода и планирования. Итак, показатели клинического планирования, которые нам нужно учитывать, это фенотипические показатели, о которых мы сейчас поговорили, и конкретно местные пародонтологические показатели, такие как глубина рецессии десны, ширина кератинизированной или прикрепленной десны, толщина прикрепленной десны, расстояние от режущего края зуба до зенита рецессии. Все эти измерения измеряются парадонтальным зондом градуированным. Ничего хитрого нет, это очень простая измерительная система. И величина зубодесневого кармана. Также желательно проведение конусной лучевой томографии до начала планирования пациентов и уже после того, как проведено лечение. Это значение клинических показателей класса рецессии десны. Это так выглядит применение просто количества зубов, которых было применено, например, это сводная просто таблица из моих статей, для того, чтобы понять, вот, как это вообще все работает и как заполняется. На каждого пациента делается такая карта, парадонтальная, с номером зуба и со значениями исходное состояние через 3 месяца, через 6 и через год. Через 2 года. Эта схема предложена для планирования операций в области множественных рецессий десны. Жалобы, которые предъявляют пациенты, как правило, это повышенная чувствительность от химических и термических раздражителей и эстетическая неудовлетворенность внешним видом, что чаще и чаще мы наблюдаем именно, раньше это были, вот, когда я начинала их оперировать, этих пациентов, это в основном были девушки, на сегодняшний день у меня очень много пациентов-мужчин, которые предъявляют именно эстетическую жалобу в области рецессии десны. Выбор методики операции мы учитываем в первую очередь класс рецессии по классификации Миллера, это общепризнанная вводом
классификация, пока у нас не было никакой другой. Класс Уболи-Сосочка, если он имеется по классификации по Тарну. Оцениваем объем окружающих тканей, некариозные дефекты, качество окружающих тканей, наличие слизистой мышечной стяжей, мелкое преддверие и степень экструзии зуба, выхода из зубной дуги. Таким образом, мы выходим на выбор пластического материала, выбор метода и количество этапов, потому что не всегда устранение рецессии десны проводится в один этап, иногда два, две, три операции. Зависит от того, тяжести, степени, условий, в которых мы работаем. Это таблица алгоритм выбора в вертикальном столбике, обозначены все показатели, которые не сошли в классификацию Миллера и Тарнелла, которые отягощают и делают доминирующим в выборе каждой операции. А в горизонтальном столбике у вас, вы видите классы рецессии с определенными поправками и нюансами, к ним добавлены классы рецессии, плюс еще классификация Дэвида Тарнелла по уболи из межзубного сосочка. Это способ медикаментозной поддержки пациентов для ведения послеоперационных. Говорю, что во всех пластических операциях полости рта на мягких тканях антибиотики не назначаются глюкокортикостероиды. В определенных случаях назначаются в зависимости от фенотипических показателей октавиген с тринталом для того, чтобы увеличить рост сосудов в области, в зоне операции. Остеогенон применяется при костно-пластических операциях. Зиртек для того, чтобы снять отек. Ну и остальные обезболивающие препараты, немесулит, мелоксикам. И всегда назначается липидолизирующий ген периогель, цитодент, и также ротовые ванночки с цитодентом, полосканием. Технология Алиопласт подразумевает отсутствие воздействия химического на сам препарат, аллогенную твердую мозговую оболочку. Он обрабатывается ультразвуком и сохраняет нативность структуры самой твердой мозговой оболочки при ее обработке. Таким образом, не обрабатывается никакими высокими температурами и не сжигается. Это ее качественно отличает, ни в один другой материал не сохраняет нативную структуру, которая не предполагает биодеградацию. Здесь принцип регенерации именно в том, что сама твердая мозговая оболочка является той структурой, в которой просто прорастают сосуды, и ее длительная биодеградация в течение 4-5 месяцев позволяет не только заместить утраченные ткани, но и изменить их биотип в сторону утолщения, естественно. Это твердая мозговая оболочка на микроскопии до очистки. Здесь вы можете увидеть клеточки, остатки белка. А вот она произведена после очистки, уже вот это в готовом виде продукции. Обратите внимание, вся структура полностью сохранена у нее. То есть удален только белок и клетки, которые недопустимы, да, при инсталляции в другой организм. А структура сама коллагеновых волокон первого, второго и четвертого типа, которые необходимы, которые являются аналогом на самом деле коллагеновых волокон соединительно-тканного трансплантата в области необозабранного